Сбой системы неизбежен. Ядро скомпрометировано. Утилита необходима. Производится захват. Клементина! Прощай! Да. Не вздумай притрагиваться. Даже не думай. Нет. Не надо. Даже не смей. А это же просто бред. Вот так вот. Over. Сегодня новая игра, совершенно новая, аж вторая часть Remnant. Я в первую не играл, поэтому мне будет очень интересно, если кто-то поделится своим игровым опытом об игре в первую часть, а именно в сравнении второй части и первой части. Это не просто так, а вполне возможно, если нам всем понравится эта игра, мы ее все с тобой пройдем, как минимум на Ютубе, то можно будет взяться и за первую. Ну, почему бы и нет? Как видишь, нам тут пафосно вступлений пафосных не предлагают, а предлагают сразу создать персонажа. Что, в принципе, норм. Так, пол. Мне бы вот это. Пол персонажа или целого персонажа, или... Не знаю, целого персонажа или пол персонажа. И выяснять не хочу. Озвучка хороша, да? Вроде как, поначалу. Так, голос один. Не знаю, что все это такое, и выяснять не хочу. Не нравится мне это. Мне бы вот это. Мне бы вот это. Да уж. Не знаю, что все это такое, и выяснять не хочу. Вот этот самый смешной. Не нравится мне это. Это какой-то дерзкий. Очень даже неплохо. О, мне бы вот это. Ха, очень даже неплохо. Хотя такое ощущение, что они в какой-то момент все одинаковые становятся. Ладно, что там по телосложению? А, хорошо, лицо. Голова, первая. Ага, ага. Ага. Так. Так. Минимальные различия, пусть будет вот базовый вариант. А, прическа, вот. Вот, прическа. Опа! Да? Почти, почти. Кстати, кстати, норм, надо брать. Опять-таки, я не знаю, откуда у людей делать себя в этих играх. Но это же игра, ну камон, ты можешь кем угодно играть здесь. Хоть женщиной. Если ты мужчина или иначе. Вот. Просто не могу удержаться. Так, надо ему добавить или не надо добавлять? Слишком растрепанный, да? Во. Во. А цвет волос. Да ну нет. Вот. Или. А кто сказал, что я увижу его голову вообще? Под шлемом, да? Кто сказал? Ой, ну пусть будет, господи. Мне-то что? Цвет татуировок. А татуировки где? На лице, что ли? Разденьте его, я ни хрена не вижу татуировок, а? А, на лице все-таки. Это точно татуировки? Потому что впечатление, что мастер татуажа работал сапогом. Ну, не знаю даже. Он просто грязный. Это шрамы такие? Нет, тут татуировки, а вот это шрамы. Под глазом. Над глазом. Ну вот, нос ломали и нормально. А, татуировки я не оценил. Ну, ибо они какие-то грязные. Нахер их. Чистенькое лицо, все в порядке. Персонаж героического режима. А что у нас тут по героическому режиму?
Героический режим предназначен только для опытных игроков. О режиме. Смерть необратима. Сразу нахер. Сразу нахер, блин. Играть можно только с другими персонажами героического режима. А еще хер его знает, кто это на это подписывается, поэтому неизвестно. Возможно, будет ли с кем-то в компании играть, она все-таки многопользовательская. Хотелось бы хотя бы попробовать. Нельзя создавать открытые игры и присоединяться к ним. Доступны уникальные награды героического режима? Нет. Сразу нет. А вообще сложность где-то выбирается, а? Нет? Одежа где-то выбирается? А класс? Там же должен быть какой-то еще и класс. Выживание, ветеран и кошмарная. Сложность не поощряется, поощряет ошибок. Предназначена для тех, кто обзавелся отличным снаряжением, выбрал надежный вариант развития и решил испытать себя на прочность. Не рекомендуется для начинающих. А я могу с ребятами со всеми играть на такой сложности? У каждого своя, да? Очень хотелось бы, а то придется начинать заново, просто чтобы в многопользовательской поиграть. Хотя там можно будет просто нового персонажа создать и все. Чтобы сменить оружие, нажмите Х. Или просто посмейтесь. Но все же, как тебе это вступление, как тебе создание персонажа местное, как тебе игра на этот момент времени? Лайк, дизлайк? Как первая часть? Много кто играл, а я в свое время пропустил ее просто потому, что вот смотрел я на эти картинки в Стиме, и что-то мне не нравилось вообще. Хотя я ни разу нигде не высказывался по поводу этой игры плохо. Потому что я в ней не играл. Вот. А сейчас посмотрел вторую часть скриншота и понравилось. А потом сравнил с первой частью. Если бы я хотела всю жизнь мучиться, то не ушла бы от твоего отца. И понял, что очень похоже. А тут высоко. Давай помогу. Я сама. Какого красавчика ты создала? А говорят, анимешников я ненавижу. Ребят, да расслабьтесь. То, что я не смотрю аниме, это ни о чем не говорит. Видишь, какого создал? Черт, ты как? Ладно, давайте нового соберу сейчас. Раз с этим такая лажа получилась сразу же. Уже три. А? Да ну тебя. Три раза я тебя спасла. В той яме. С ногой. Что? Если бы я не умела бинтовать, то все. Ну ладно. Два раза. В яме и вот сейчас. О, батенька. Дай посмотрю. Не. Все нормально. Эй, да забей. Какой нормально. И признай уже, что мы друзья. Там аж черная плесень. Ну-ка дай. Все, ампутируем руку. Стало хуже. Хватит. Кости целые, кровь не течет. Все пройдет. Как всегда. Вперед. Пацан сказал, блок там. Пацан. Ну что ж, придется ее пристрелить, да? Это такое вступление. Прежде чем присоединиться к игре, нужно пройти обучение. А ладно. Как скажете. Знаешь про Северный полюс? Так его же выдумали. Ага, и блок тоже. Основал его белый старик. У всех есть еда и вода, все дружат. По-моему, это все сказки. Там от силы 2-3 человека в бункере засели и не вылазят. Надеюсь, хоть выменяем у них что-нибудь. А то мы так долго не протянем. Я легенда, да? Напоминаю. Что это за белая точка в левом верхнем углу экрана? Вот прям ты ее видишь, потому что я не сую свое изображение прям в самый угол. Не нравится мне так. Раньше правда так жили? Не знаю даже. Не знаю, что там намешали в этой смеси Фултона, но таких счастливых людей, по-моему, просто не бывает.
Но мне кажется, что это такая лайтовая отсылка на Fallout. О, ты уже не хромаешь. Отлично. Замечательно. Прицел, тут такая малюсенькая точка в центре экрана. А, ну. Нормально. Я вообще-то хотел выбрать класс Ганслингер. И я смотрю, это он и есть. Он на русском называется... Стрелок. Да нормально все. Нам все равно уже некуда. Переживай. Как-нибудь пролезть. Сейчас. Человечек с больной ногой тебе все сделает. Как-нибудь пролезет. Уж как-нибудь. Не мужчина, мечта. Она даже ничего не сказала, так просто намекнула. И он все уже сделал. А вот она себе мужика не найдет. Нет, с таким подходом не. Че? Кровавый корень. Одна штука. Может, тебе корня кроваво хряпнуть? Смотри. Что? Вот бедолаги. Да. Артем из метро. Это всех он положил здесь. Ну чё там? Двери открываются или где? Полезная штука. Выпей, может, лодыжка пройдет. Все, пошли. Хочу отойти от этих тел как можно дальше. Да он еще не сожрал. Какой все пошли? Что такая быстрая? Сильная, независимая. Давай подойди. Старайся. В смысле подойди? Ты начала, давай сама. Ой. Я в нее верил до конца. Это что ж теперь получается? Феминистки эту игру с говном съедят? За то, что они в сильных независимых не верят. Разработчики, я имею в виду. Мар. Уже как плавно работает. Давайте немножко демонов и монстров каких-то, чтобы мне понять, как мой компьютер справляется с ней. Ты где там? Ага, правильно. Стоишь в дверях. Пока он либо в ловушку упадет, либо на демона нарвется. При уклонении и быстром беге в бою расходуется выносливость. О, дело дрянь. О, дрянь с горошка. Из чего? Забей. У меня мама так говорила. А? Они в постгорошечную эпоху живут, да? Везет. Никому не кажется, что мы долго бежим без дела. Бою. Нет, ты. Но за тобой все равно должок. Ганслингер. Охренеть. Мне все больше нравится мой выбор голоса его. Он такой, знаешь, боязливо неуверенный в себе ганслингер. Если это не ганслингер, будет очень некрасиво, конечно, получится. Там просто, я же говорю, он на русском называется стрелок, и мне кажется, вообще здесь все должны быть стрелками, нет? Ну, все классы, так или иначе, стрелки. Давай теперь заценим пистолетик. Все, сейчас входим уже в преисподнюю. А еще отдаленно напоминает антураж из Darksiders, из первой части. Тебе нет? Мне абсолютно. Эти сохшие трупы и раздолбанный город, кажется, красная плесень. Ё-моё, сейчас тебя откачивать придется. Хоть моргни, когда будешь обращаться в демона. А то же это... Да явно над этим закончится. Явно обучение закончится тем, что мне придется пристрелить ее. В виде босса, мини-босса, микробосса. Походу, не все коряги вымерли.
Ну да, вот одна. Ой, извини. Все-таки никакого блока нет. С таким-то гнездом под боком. Слушай, может, пойдем отсюда? Вернемся тем же путем. Надо да? найти другой выход. Вернемся тем же путем или надо найти какой-то выход? Ты определись. Да уж. Плохо дело. Ничего себе! Вот уже и началось. А, ты еще и в ближнем бою умеешь. Кстати, а ты жизнь-то восстанавливать себе умеешь или нет? Плохо дело. Ничего себе. Или так было задумано? Да ладно, ну так точно не было задумано. Чтобы он насквозь проткнул, и он остался живой? У него какой-то другой пистолет, я тебе серьезно говорю. Ой, все, убивайте ее, я буду героически плакать. Что ж ты пустая пошла на дело? Эй, слушай, просто знай, ты хороший друг. Хороший друг. Это она говорит, чтобы героически с собой покончить? Кто-то третий нас спасет. Или выключит свет. Тут не угадаешь. Ничего себе. Даже без паучьего чутья справились. Уже все хорошо. Так, так, спокойно. Не бойтесь. Мы хотим вам помочь. Кто мы? Во, мне долго еще так. Тут у нас компашки лишние, тут же по трое бегают. Я даже знаю, кто. Спасибо. А вы кто? Надо спешить. Все вопросы потом. Итак. Раз. Два. Три. О, кажется, кто-то кого-то разбудил. Вы сами. Знай, что я всегда с тобой. Да. Удачно они по Идем парам разбились. Коряк здесь еще много. И перевод ничего такой, слушай, прям вкладывались как будто бы даже. О, ребят, смотрите, вы тут забыли что-то. Лом. Чё? Вот ты не расстраивайся, никто тебя в угол не ставил. Чего ты начинаешь? Здесь полно корней. Их я и почувствовала в блоке. Так, стоп. Их она и почувствовала в блоке. Вы из блока? Mm-hmm. А что? Санта тоже настоящий? Да, тут недалеко. Но проход за нами обрушился. Обратно придется идти другим путем. Какой-то мифический блок? Что она такие сравнения проводит? А у меня у самого будут какие-то лечилки или не положено? Лечилками обладает только товарищ, когда надо поднять на ноги. Началось. Ты бы хоть предупреждал. А ты бы хоть не ломилась в бой ближний.
Они даже не стараются, да? Кстати, удачно сделали врагов. Они сливаются только так. С землей. О, еще и ползают. Извини. Ты сама виновата. На линию огня становиться нельзя. Мне уже нравится то, как здесь стрельба устроена. Да, блин. Я тебя точно когда-нибудь грохну. О, патрон для винтовки. А ты уже хотел сказать, что мне только патроны для пистолетика дают. Как не поднять? А в голову сразу убивает, да? Ее, правда, тут попробуй еще нащупай. Ну кто же это так делает, ребят? А я чувствую, мне привыкать к этому надо, да? А свои могут меня ранить. А я думал, что это так просто эффект визуальный. Нет, ни хрена. Она прям любит, да? Вырваться вперед, чтобы ей досталось люлясов. Ну погнали. Я знаю, что она делает. Я знаю, что она делает. Она пытается сделать так, чтобы я ее ненавидел. Чтобы когда ее придется убивать, когда она обратится в демона, я делал это с радостью. И я должен ей сказать спасибо, но я не могу этого сделать. Она мешает. Они, главное, позади стоят, стреляют, а она вперед ломится. Это такой класс? Давайте сами, девчонки. Ну как же так? Ну сильно не зави... Да пошла ты... Пара обвинений в сексизме этой игре светит. Сука, что же это такое летает здесь? Конечно, не одни, нас тут четверо. Были бы одним, это совершенно другими делами занимались бы. Коряги проиграли. Но сдаваться все равно не хотят. Я только сейчас заметил, что у нее половина гривы седая. Ого! А вот это вот уже... Ничего себе, коряга! А ничего, что она за мной постоянно ломится? А? Не только. А те такие слабенькие были. О! Класс! А тут всегда так будет, да? Какой-то крепкий враг, его надо прям месить. Пока он не заметил тебя. А ты замечаешь, что они вообще урон наносят ей, нет? Там даже критические проходят время от времени. Или это в голову попадают? Да подожди! Интересно, сколько же меня раз можно поднимать вообще? Безнаказанно. Кому кажется, что винтовкой было лучше? Мне. Ну! Да ладно, ты еще живой? А как это? Не, это критически проходит. Я понял, зачем мне нужны тиммейты здесь. А очень нужны.
Гангли. Ты как? Корня. Очко. А ты неплохо стреляешь. Талантов. Я знаю, что делаю. Да. Еще бы. Но ничего. В блоке будет безопасней. Угу. Нам а там что-то из нее выпало, нет? Или так. Я уже взял? Это все правда? Еда, вода. Туда-сюда. Хорошие люди и белый старик? Тебе не светит, тебя уже зараза. Да, правда. На шею поползла. Давайте ее здесь пристрелим. Я за водой сбегаю. За водой. Угу. Похоже на гниль. Причем случай очень тяжелый. Да я говорил, она гнилая. Хватит. Все со мной нормально. Надо скорее отвезти ее в блок. Тут вся надежда на доктора. Ну все, пора идти. Пока не стемнело. А давайте, может, ее убьем. Ну ладно. Кто меня тут будет слушать? Железо. Самый вечный из металлов в мире. Я знаю, что тут будет крафт. Мне просто интересно, что он прям вот тупо из железа и излома будет собирать что-то? Я думал, тут крафт что-то а-ля... Хотя, может быть, не сам, а там привез с человечком, и они ему все выплавили и выковали, что надо. А. Но то, как она работает, мне нравится. Она там был в какой-то момент у нее один такой залипательный момент. И так в основном хорошо. Что-то они победную музычку рано включили, мне кажется. Ребята там для виду понесли немного, а потом сказали, не-не-не. Твоя гнилая тетка, давай сам как-то ее и тащи. Я говорю, фол напоминает, причем третий, мне лично. Как там город назывался? Ох ты ж. Это Риглер. Просто Рикс. И бомба была в середине. Будет. Спокойствие. Она поправится. А, блин! Умеешь расстроить сразу. Это блок 13. Эй, не волнуйся. Рикс прав. Блок 13. Будет. А ты-то как? Да так, мигрень. Так, нет, Клементина. Я за водой сбегу. Клементина? Да у меня уже аллергия на это имя. Иди, приляг. Бо! Он у нас мэр блока. И потому свято верит, что за всех тут в ответе. Слушай, я зайду на минутку к Форду, а потом прилягу. Угу. Со мной еще не такое бывало. Человек к ней к линии откровенно подбивает, а она за всех ответит. Наивная святая простота. Итак, бродяга. С твоей подругой все будет хорошо. Я Бо. Блок. А может, можно как-то это исправить? 13. Я смотрю, у тебя позади долгий путь. Корней все меньше, но на дорогах все еще опасно. Расскажи, что вы там делали? Мы искали вас. Блок искали, если точнее. Там, откуда мы пришли, было опасно. Мы узнали, что здесь можно укрыться. Да я хер знает, что они делали. Мы искали вас. Наш блок? Правда? Да, да. А я и не думал, что о нас кто-то знает. Я тоже. Не знал. Мы много лет были отрезаны от мира. Если честно, я удивлен, что о нас кто-то знает, кроме нас самих. Это даже приятно. Если тебе что-то нужно, поговори с местными. Начни с Форда. Он будет рад знакомству. Ладно. Мустанга начну. Все пульки отстрелял на этом. На винтовке. О, привет. Хочешь что-то спросить? Не, может купить тебе что-то можно. Спасибо, что выручили, но ну, спасибо, конечно, да. Главное, что мы вовремя вас нашли.
Коряги страшно на вас разозлились. Давно не видел, чтобы их столько собиралось. А вот это вот мне куда интереснее. А как вы поняли, где нас искать? А, это все Уолли. Это он предупредил, что к нам кто-то идет. Как? А Клементина поняла, где вас надо искать. Как? Они, как бы сказать, чувствуют корень. И мы решили, что там, где корней много, кто-то наверняка попал в беду. Так мы вас и нашли. Нет, нет, там чувствуют корни? Что-то другое. Клементина, она удивительная, но приходится ей тяжко. Не знаю, что она видит, но я... Мы все за нее переживаем. Блин. Да хоть при мне-то не стесняйся, и ради бога. А откуда у Клементины такие способности? Правда? Никто не понимает, как она это делает. Даже она сама. Но когда она взрывает коряк, воздух будто заряжен энергией, как после грозы. Она удивительный человек. Без нее нам бы не жилось так спокойно. Между тобой и Клементиной что-то есть? Между мной и... Ну кому ты врешь? Не... Ну кому ты врешь, просто собака? Ну что ты делаешь? Какой проехали? Раз мы начали раскручивать, то давай уже до конца. Что ты срезаешь на полдороги? Что ты? Она мне... Да нравится, нравится. Конечно, но... Ну вот видишь. Все не так. Да так. Да так просто. Вот тебе когда-нибудь встречались такие, как она? Мне точно нет. Я ведь... Как а бы с кем мы сказать, только что были? Храбростью не отличаюсь. Но когда я вижу, как она сражается за других, не жалея себя, то хочу стать лучше, чем я есть. Я хочу, чтобы она гордилась мной, понимаешь? Думаю, можно сказать, что она меня вдохновляет. Только ей об этом не говори. Ты здесь главный. Вроде того. Лет 20 назад я охранял старый блок. Помогал там и сям по мелочи. Но прежде чем командир Форд скончалась, они с основателем оставили меня за главного. Может, просто все остальные отказались. Но жители блока — моя семья. Другой у меня нет. Ради них я готов на все. Так Форд же там стоит. Какой скончалась? Ты охранял старый блок 20 лет назад? Но ты же совсем молодой. О, спасибо. Я просто, ну, веду здоровый образ жизни. Правильно. Прям как я. 15 лет мне, если что. Командир Форд говорила, что лидер в первую очередь должен уметь позаботиться о себе. Угу. Я стараюсь жить правильно. Думаю, она этому научилась у основателя. Он здесь уже много лет. Хотя лидер из него так себе. Сдается мне, ты что-то не договариваешь. А основатель давно тут живет? Я же не знаю. Командир говорил о нем так, будто он умер еще до моего рождения. Интересно. Ты лучше у него об этом спроси. Только знай, он не такой, как все мы. Он многое повидал. А я вот повидал, какой у тебя нагрудник, хотел бы себе такой же. Командир Форд. Кто она основателю? Дочь? Жена? Внучка, вообще-то. Угу. В те годы основатель тут почти не появлялся. Но командир Эллен была мне как мать. В старом блоке все были ей как дети. Трудно смириться с тем, что она умерла раньше него. Но когда последняя надежда угасает, ей на смену должна прийти другая. Командир сама так говорила. Другая последняя надежда, да? Я хочу спросить о другом. Расскажи что-нибудь о блоке. Обычно этим занимается Реджи. А если хочешь совсем безумных рассказов, тебе к мусорному зубу. Этот старик умеет рассказывать байки. Люди здесь хорошие. Пообщайся с ними. Угу. Береги себя. Пока. Теперь, внимание, вопрос. Раскручивать так каждого персонажа здесь или нет? На разговор, я имею в виду. Ну что, как видишь, что-то особо полезного он не сказал. Так просто... В общих Знаешь, чертах. Я никак не могу привыкнуть к тишине. Кажется, будто ничего не происходит. Да, мне тоже не нравится. Это у тебя тут Иногда тишина я такая? Я скучаю по приключениям. Правда? Давай как-нибудь улизнем ото всех и побродим по старому блоку.
вдвоем. Хочешь? Ну, мне и здесь нормально. Ребят, вы вообще подкатывать не умеете, просто капец. Если ты ищешь основателя Форда, сходи на склад. Я часто его там вижу. А мне здесь нормально? Я больше не говорю с дядей Брабусом. А что с ним такое? Твоя подруга сильно болеет, да? Что с ней случилось? Доктор Нора ее вылечит. Она всех лечит. Я пойду поговорю с доктором Норой. Может быть, не вылечит. И я умею убеждать. Хотя только что мои убеждающие аргументы сильно уменьшились. А, я мог тут посадить тот корень, который я заюзал, да? Или можно здесь могилу выкопать для нее? Ну а что? Как-нибудь прогуляться по берегу? Люблю океан. Он такой красивый и спокойный. Так что, пойдем? Мы с Брэдом там гуляли. Вряд ли я теперь смогу там побывать. Прям слышно, как его яйца, которые он к ней подкатывает, бьются о бетонную стену. Таким характерным звуком. Шмяк, шмяк. Так, но это мне тоже напоминает Fallage и именно третий. Блин, я не помню, как называется этот город. Мегатонна или что-то такое, короче. Но... Там тоже можно было везде полазить, а толку с этого было немного. Так, все. Когда ты заткнешься уже. Эй, ты здесь впервые, правда ведь? Нет. Я Нора Камарилья. Слежу, чтобы никто не умер. Камарилья. Тебе повезло, ух! Вас нашли вовремя. Твоей подруге здорово досталось. Я ей не успела. Она не кекс, она кекс теперь. Все, она теперь кекс. Как там кекс? Она умница, пробивная. Я бы ее берегла на твоем месте. Да ну, ты же не на моем месте. Вот когда будешь на моем месте, тогда береги. Особенно, когда она перед тобой будет становиться на линии огня. Да нет, мы с ней... Ты все не так поняла. Ой, ты опять начинаешь. Ты что, ты реально отсюда, да, понятно. Можно ее проведать? Пока нет. Она еще спит. Будить ее пока рано. Она девчонка живучая. Но сейчас ей нужен отдых. Да ты не поняла. Я тебе сообщу. Ты не поняла, я хотел добить ее. Че продаешь? Если что-то нужно, ты только скажи. Я только сказал. Торговцы всегда готовы обменять предметами на лом. Вот. Торговцы в блоке 13 продают самые разные товары. Оружие, броню, расходуемые предметы и даже рагу. Другие торговцы, которых вы встретите в мире игры, пропадают. Продают уникальные предметы. А, ну так... Так зачем же мне вот эти вот с неуникальными предметами, если есть уникальный эфирный шар, значок медика. Когда-то оно, возможно, блистало когда-то. Бинт классический. И у меня, в принципе, хватает либо на бинт, либо на грязевую притирку, либо на противоядие. Эфирным шаром. А продать мне тебе нечего, доктор Нора. Доктор Нора доктор. Нора доктор. Пусть это и тюрьма из плоти, но другой такой у тебя не будет. Ты уж ее береги. Ох, ты уж философ, да? Если что, приходи ко мне. Да, Нора доктор. Я обязательно так и сделаю. Проведать нельзя, но я проведал. Вы бы хоть рюкзак с нее сняли, я не знаю, она здесь отдыхает или так, на передержке. Я столько прочитала старых медицинских журналов, которые нашли мы с дедулей, что можно уже писать свой. Может, когда-нибудь его откопают и узнают, как нам тут жилось в блоке 13. Ну, чтобы хорошо. Вы. Ну а что? Действительно. Джейкоб заглянул в гости, пока Лилия собирала урожай в городе. Он порезал палец, когда копался в земле, но не жаловался. Они с Лили просто нечто. Не знаю, что бы мы делали без их.
огородика. И мне предлагают приобщиться к нему. Он не только всех объединяет, но и дает нам здоровую пищу. Да и у меня там лечебные травки растут. Что самое интересное, у них на грядках вдобавок к морковке и помидорам была... Были ростки «История любви». Что? Дала ростки «История любви»? Это что такое? Редкое что-то? Все были уверены, что она напрасно возится с семенами, но нет, эти двое добились своего. Они просто работали вместе ради общего блага, а в процессе полюбили друг друга. Даже думать об этом приятно. Этот основатель Форд — крепкий орешек, надо сказать. Видимо, он что-то до сих пор горюет из-за Эллен. Все-таки неправильно это — хоронить родную внучку. Я уговаривала его открыться. Снотворное предлагала, травки всякие от нервов, а он просто отмахивается. Ему больно, я глазами вижу, но он все же держит в себе все. Ну что ж, имеет полное право, с горем каждый справляется по-своему. Ну и отчебучили сегодня наши детишки. Бегали повсюду и изображали из себя мусорных псов. Один потом верещал, что руку сломал, но оказалось, что это просто ушиб, и слава богу, до свадьбы заживет. Я рада, что они растут такими бойкими, но лучше бы они играли во врачей, а не в каких-то бандитов. Надо бы намекнуть мусорному зубу, чтобы думал, что детям рассказывает. Дуэйн сегодня жаловался на боль в животе. Опять бедняга. Я все ему говорила, если что-то неважно выглядит, у него есть ты. Ага. У нас сейчас еды хватает. Незачем тащить в рот жуков всякую тухлятину. Его послушать, так есть что попало, полезный навык. А я ему говорю, что нам не просто так давно объяснили, что организм так защищается от всякой дряни. Дала ему лекарство от живота, как обычно, но все равно он скоро опять придет. Бедный Уилли, мне его правда жаль. Другие считают, что он немного тронутый, но ведь это не так. Его просто мучают дурные сны, и так было всегда. Я иногда приношу ему чаек, чтобы спалось лучше, чтобы хоть как-то помочь, но меня благодарит он. Но мне почему-то кажется, что чай он не пьет, а выливает на грядки. О, мы знаем, что он там растит, если чай выливает на грядки. Конечно, чай все равно вряд ли помог бы, но попробовать-то надо. Работа у меня такая. Людям помогать. Так, ребят, мы продолжим чтиво журнала с этого места в следующий раз. Он не заканчивается. Сиди, сиди. Форда ищешь? Нет. Так он на складе. По-моему, он что-то замышляет. Впрочем, как и всегда. Ну так пойду поговорю с ним. Язык отрезали, да? Я шепот, говорить не могу. Ищешь что-нибудь для защиты? Я продаю броню. О, оружейника они хорошо выбрали. Чтобы много не болтал. Да, давай глянем. Что я там за свои 139 копеек могу взять? Ладно. О, я могу взять ничего. Прям абсолютно. Продавать даже нечего. Броня всегда полезна. Защищает. Важное. Например, горло. Ну да. Прикольно у тебя тут пуговицы, шепот. Ну, что смотреть, если я ничего не могу купить, да? Кстати, а где мой инвентарь? А вот он. Что-то у меня есть. Что-то у меня нет. А можно убрать? Как-то. F. Не, подожди, F убрать. Опа. А я только ботинки снял, а он уже в трусах. Но рюкзак не снимает никогда. Жаль, его тут повернуть нельзя. Или можно? Не знаю как. Да.
Видимо, к сапогам приделаны штаны. Таланты. Бодрость. Максимально запас здоровья увеличен на 0 единиц. Не, подожди. А сейчас на сколько? На 3 единицы. О, класс. Максимальный запас выносливости. Модули заряжаются на 0% быстрее. А какие модули? На 2%. Что-то не улыбается мне это. Экспертное зрение. Ускоряет восстановление умений. Я даже не знаю. Подумаем еще. Ганглии корни я все-таки собрал. Там карта, система. Хорошо. Это хорошо. Я пойду. Я прям побегу. Ты свеклу положил? Да, конечно. Куда же без свеклы-то? Ты Форда ищешь? Он наверху, вон на том складе. Угу. Я понял. Я тут еще загляну. Может быть, где-нибудь все-таки что-нибудь подрежу. А то мы люди бедные, а они тут такие хорошие. Может быть, даже не пристрелят за это. Но, судя по всему, захотят. Элис, ты уже отдохнула? Я же только села, а ты и сам справляешься. Элис, а ну-ка, здесь давай поговорим. Легко заблудиться. Если ты ищешь Форда, то тебе на склад, а потом наверх по лестнице. Ты с ума сошла? Легко заблудиться? Здесь никуда нельзя у вас. Здесь невозможно заблудиться. Ты остаешься и точка. Вообще-то я тебя не спрашивала. Повежливее, юная леди. Юная? Мне 132 года, если ты вдруг забыл. И ты мне не отец, так что указывать мне не будет. Минуточку, Клемыч. Это ты аж довыживалась до сих пор? Давай обсудим все позже. Уйди с дороги. Уйди с дороги. Таков закон. Третий должен уйти. Угу. Дед, дай посмотреть, что у тебя там в этом. О, ого. Кто пришел? А, бродяга. Да, Уоллес предупреждал. Ты вовремя. Прости, некрасиво вышло. Хотя ты же все понимаешь. Родные не всегда друг с другом ладят. А сколько тебе лет, дед? Рад познакомиться. 500, наверное. Эндрю Форд? Основатель? Он самый. Но как? Говорят вам несколько сотен лет. У тебя, наверное, много вопросов, а у меня к тебе есть просьба. Так что не будем тянуть. Спрашивай. Настя спрашивает. А раз вы тот самый Форд, который все здесь построил, почему вы еще живы? Долго рассказывать, а времени сейчас нет. Давай объясню вкратце. Бывает, выпьешь чего-нибудь и опьянеешь. Или съешь что-нибудь и станет дурно, или начнет клонить в сон. Да. А бывает и вот так. Мир полон сюрпризов. Это не ответ. Как раз ответ. Просто неподробный. Ладно, давай к делу. Ты ждал меня? Ни имени, ни пола я не знал, но был уверен, что кто-то доявится. Но закон вероятности, да. Не верю. Кто-то явится рано или поздно. Ну ничего. Так уж вышло, я знал, что ты придешь. Ну или надеялся. Мне Уоллес рассказал. Откуда Уоллес об этом знал? Уоллес? Тоже выпил что-то, да? Совсем как одна моя знакомая. Ей тоже снились дурные сны. Сны о том, чего еще не было, но будет. Он видит будущее? Скорее настоящее, просто забегая вперед. И то не всегда. Дед, ну что ты вот это вот... Ай! Так что за просьба у тебя? Давай, да ты же все равно ничего не рассказываешь. Ничего опасного. Мне надо навести кое-где порядок, а потом мы займемся делом всерьез. Угу. Расскажи мне о тех, кто здесь живет. Здесь много интересных людей. Можешь им всем за сотку, да? Всем за 200 даже. Кроме нее, кроме Клемыча.
А что поссорились с Клемычем? Мы спорили, а не ссорились. Это разные вещи. Угу. Мы с Клем Но-но. Знаем друг друга дольше, чем кто-либо из местных. А значит, и спорить нам с ней всегда есть о чем. Это дурацкий вопрос в связи с вышесказанным. А эти силы как-то вредят Клемычу? Кровь из носа, головные боли. Боюсь, есть и что похуже, но со стороны не видно. В книгах про такое не пишут. Угу. Так напиши свою. А ну давай, сколько Бо лет? А ну, раскались. По сравнению с кем? Бо хоть и молод, но управлять блоком умеет. Молод это 99, да? Учился у лучших. Он же осиротел совсем ребенком. Блок 13 стал ему семьей. Полтинник совсем ребенком. А когда Бо подрос, то начал отвечать за охрану. И получалось у него прекрасно. Вот мы и решили, что здесь он тоже будет за главного. А Рикс правда такой добряк? Вряд ли хоть кто-то из местных потерял столько, сколько Рикс. Не знаю, как он по утрам встает с постели. Но как-то встает, и мы ему за это благодарны. А кто такой Рикс? У меня еще есть вопросы. Я слушаю. Ну так слушай. Пока все. Ну, с твоими делами мы разобрались. Поговорим о моих. Да ладно. Мне нужен молодой и толковый Это помощник. Все о моих делах было. Поговори с Волей. Ты найдешь его у пристани. Потом добудь себе снаряжение и приходи к воротам блока. Интересно, как я их добуду. Там я тебе все расскажу. Их ваших снаряжений. Оля! А, вот добыча снаряжения, нет? Там у тебя кодовый замок просто, дед. Если ты что, забыл? Клемыч, да не парься. Давай лучше в другой раз. Ладно. Может быть, когда ты снимешь рюкзак, станешь подобрее, будет самое время подкатить к тебе яйца. А так... Рано. Где там Оля? А она указывается на глобальной карте? Шепот, доктор Нора, Кес. Оля. Так, ну этому 700, а вот этому 520. Надо же, сколько здесь нынче новых лиц. Не иначе жизнь налаживается. Здравствуй, бродяга. Я Реджинальд Мэллоун. Для друзей просто Реджи. Так меня и зови. Я видел, как вы пришли с Бо и Клементиной. Не сомневайся, для твоей подруги сделают все. Она не первая, кому здесь нужна помощь. Дед, а ты, тебе не кажется, что ты слишком много видел? Тебе есть что-нибудь на обмен? Сразу к делу. Уважаю такой подход. Посмотрим, что у нас есть. Я кому-нибудь должен впарить язык, который вырвал. Какие-то кольца у него. А, огненный камень. Заземляющий камень. И кислотный. А, это урон, а не защиту. Отлично. Я бы вот взял, наверное, огненный. И что это такое? Старое металлическое орудие. Ясно. Надо будет еще такое скупать, да? До скорой встречи. Мы с ним потом поговорим. От моего рагу. Эй, это ты. А, ты, кажется, спал, извини. Эй, пустяки. Ты же это не просто так. И вообще... Не, я просто так. Человеку... Кость? Гвоздь. Так, и что тебе надо от мусорного зуба? Так вот ты какой. Можно задать пару вопросов? Так задавай. Видишь, я и отвечу, чего. Чем торгуешь? Расскажи о себе. Много всякого. Свалить с меня мусорный зуб. Я здесь дольше всех живу и больше всех знаю. Ну, не считая Форда, конечно. Но этот старикан жульничает. Да и
и не рассказывает почти ничего. Ко мне могут зайти по трем причинам. Послушать рассказы и поесть рагу. Ну-ка говори, чего тебе надо? Третью причину хочу. Ты сказал, что тебе приходят по трем причинам. Какая третья? Правда? А я разве про рассказы уже говорил? Ага, еще и рагу. Вот. Все же верно. Все складывается. Рассказы и рагу. Слушай, я точно сказал, что причины три. Их ведь всего-то две, а не три вовсе. Ну да, точно. К мусорному зубу могут зайти всего по двум причинам. Ты их знаешь? Кажись, у тебя проблемы с памятью. Не-не-не, вопросов больше нет. Жалко. А потом приходить к нему за байкой? О, я хочу посмотреть, что ты продаешь. Но... Как ты считаешь, прийти к нему потом за байкой? Интересно, что расскажет? В обед было слишком много желающих. Да-да. Но я приготовлю еще котелок быстрее, чем ты выговоришь. Безумная восьмерка. Ну, может, не так быстро. Я-то это уже выговорил, да ведь? В общем, заглядывай попозже. Я тебе миску приберегу. Не надо. Береженого бережет Бог от твоих мисок. Мне пора идти. Удачи, молодежь. Заходи еще. Ты с Артемом не знаком часом? Что-то похож. Ищешь Уоллеса? Он наверху. Оттуда прекрасно. Сука, откуда ты знаешь? Какой ты резкий, а? Мне вообще нравится здешнее управление. Приятное такое. Нормально у тебя тут топчан. Уоллес. Бродяга, я тебя вижу. Серьезно? Ну это хорошо. Я тоже тебя вижу. Это тебя ждет, Форд. Привет. Хотя он и сам того не знает. Так уже дождался. Он думает, что ему нужна помощь. А на самом деле, помощь нужна ей. Ты про кекс? Ты и так знаешь. И не знаешь. Прости, не могу сказать. Иначе все станет сложно. Я Уоллес. Да. Я это уже говорил? Угу. Кажется, да. Видение. Прости, я и это, наверное, говорил. Что тут происходит? У тебя есть свой путь. Здесь ты сделаешь первый шаг, но все может измениться, если захочешь. Ну, наконец-то. Ага. Значит так, медик. Класс медик. Лечение, поддержка, универсальность. Охотник. Дальний бой накладывает метки и точный урон. Хорошо. Боец. Сука, им легче всего, наверное, попадать будет. У него дробовик вроде как. Ближний бой, стойкость, живучесть. С другой стороны, ближний бой не хочет сломиться. Кинолог. Друг человека. Работа в команде, помощь. Блин, прикольно. Умеет работать в команде как в одиночной, так и в совместной игре. А что, другие не умеют? Блин, собака это здорово очень. Жаль, у нее глаз нет. А, не есть. Но мне постоянно будет жалко собачку. Вот. Стрелок. Да и нравится мне эта тема ковбойская вообще. Кто смотрел прохождение Злого Запада, тот понимает, о чем речь вообще. Владеет оружием, скорострельность, боеприпасы. Как будто остальные не владеют. Стрелок наносит много урона, легко управляется с огнестрельным оружием и экономно расходует боеприпасы. Да-да-да, скажите мне это пяти моим пулькам на винтовке. Что еще у нас есть? А все, пока что. Я так понимаю, потом еще будут. Берем стрелка, раз мы им начали. Теперь я все понимаю. Полуденная шляпа, там получится что-то еще. Пойду-ка я, пожалуй. Кажется, это верный путь. Конечно, так и есть.
твой путь ждет. Скажи Брабусу и Маккейб, что тебя прислал я. У них есть то, что тебе нужно. Это следующий этап твоего пути. До встречи. А пушек не дали? Брабус, Маккейб, Форд. Угу. Быстрый выхват. Быстро выхватить позволяет. Классовое умение. Вы достаете свой верный пистолет. О, мне уже нравится. И делаете с ним такое. До 6 критических выстрелов от бедра. Каждый выстрел наносит 35 единиц урона. Базового урона. И оглушает в 2 раза сильнее. Что нажать? Мгновенно выстрелить по всем врагам в радиусе 25 метров. Ладно, разберемся, что там нажать. Стрелок. Полный магазин. Ясно, разберемся еще. А старую шляпу ты выкинул, да? Я бы ее загнал. По спекулятивной этой цене. Но это да, это покруче выглядит. Угу. Оружия ближнего боя у меня пока нет. Но есть какая-то всратая винтовка. Ржавая. Заметно. Резерв боеприпасов. Максимум, то есть, увеличивается, да, бодрость. Ясно. Хорошо. Я наверх только сгоняю, просто интересно, что там такое. Убрать, убрать. Все, я посмотрел уже. Это же имелось в виду на Q, да? А где 6 выстрелов? Или 6 выстрелов, только если есть враги? Достаточно быстро она заряжается. Так, ну что, выясним, насколько он живучий, да? Где-то вот отсюда, например. И оп. А, не выясним. Понял. Так, подожди, там мы были. Там мы не были. Но оно все ведет в одно и то же место. Хорошо здесь вообще так, знаешь. Небо, правда, серое. Грюмое. Брабус. Я смотрю, кто-то сильно обнаглел. Шаришься тут, как у себя дома. Ничего себе. Минуточку, а разве в блоке они должны мне помочь? Да шучу я. Ну ладно. Я Брабус, отвечаю за охрану. Шутит он. Хотя, раз уж мэр взял тебя под крыло, пусть сам с тобой возится. А еще я слежу за тем, чтобы местные могли постоять за себя. Корень не единственная угроза. Народ до сих пор не в восторге от попыток восстановить общество. Мне ли не знать? Тебе ли не знать, то есть? Я и сам был таким. Но лет 20 назад изменился. Раньше я возглавлял шайку мусорных псов. Мы брали все, что хотели, а недовольных валили. В то время каждый был сам за себя. Мы на все были готовы, лишь бы выжить. Сейчас все иначе. Но есть еще те, кто не забыл прошлое. А может, и никогда не забудут. Меня тебе прислал Уоллес сказать, сказал, что следующий этап моего пути у тебя здесь. Тот пацан, который с корнем говорит? Угу. Не доверяю я ему. Да я тоже. Ну и спорить с ним не стану. Я же не тупой. А поконкретнее он никак не мог? Он сказал, ты знаешь, что мне нужно. Ясно. Ну что ж, пацан чокнутый, но не дурак. А снаряга у тебя... Говно. Мягко говоря, не очень. Да. Если спросят, скажи, что это я тебе дал. Бесплатно. Рикс мне все уши прожужжит, если Ранглер. Я тебя к нему не пошлю, да? Западная классика. Ну ладно. Ступай к Риксу. Скажи ему, пускай Топорик. Делает все, что захочет. А прошлые пушки ты забрал, да? Жаль.
Ты как бы это поторопился, что ли? А ты помнишь, сколько та пушка урона наносила? Я нет. А, 55 она наносила. Значит, это точно такой же. А. Даже так? Да, 55. Но этот скорострельный. Хотя тут оптимальная дальность повыше и дальность угасания урона. А что же тут Вранглер такой херовый-то? Ну, не везде, но немножко скорострельней, но... Так, ну, тут у меня ничего не было. А вот пистолетик хороший дал. Хотя менее скорострельный. И тут всего 6 пуль в магазине. Но есть возможность модификации поставить. Ладно, мы посмотрим. Может быть, 15-зарядный я и верну. Так, сперва Ава Маккейб. Авыч. Куда жопой стала? Куда? Боже правый, что в меня? Ну и каким ветром тебя сюда занесло? Только не говори, что тебя Бо прислал. Я здесь случайно, видимо, лучше сюда не это заходить. Точно. Меня зовут Маккейб, и угу. Я не люблю отвлекаться. Угу. Я занимаюсь модификацией оружия, а больше тебя во мне ничего знать не обязательно. Вникаешь? Оля сказала, что ты поможешь мне. Путь мне надо, в общем. Твою ж мать. Укажешь направление. Ты серьезно, да? Только нахер не, ну, не предлагать. Что у вас за путь такой? А я вообще хер знает. Я не знаю, честно. Да что б меня. Ох, и сказала бы я этому пацану пару ласковых. Да не могу. Он ведь всегда прав. Ага. Ну, обо мне вспоминают только потому, что я умею махать молотком. Так что давай займусь твоим оружием. Давай. Ну или засуну его тебе куда-нибудь. Тут говорят, тебе на прошлой вылазке попалось кое-что любопытное. Дай гляну, может пригодится. Создание предметов. Персонажи мира игры Remnant, в частности, обитатели блока 13, а что, другого блока не будет или другого города, могут создать для вас новые предметы. Модули, оружие, броню и многое другое. Для создания предметов нужны материалы, а также... Немного лома в качестве платы за услуги. Понятно, бесплатно ничего не делается. Совсем немного лома, да? Значит, я могу. Лечебный выстрел. Выпускает снаряд, который взрывается при контакте с союзниками и лечит их на 35% от максимального запаса здоровья. Если выстрелить... Не заденет ни одного союзника. А на какую-то кнопку стрелять-то вообще тогда? Снаряд будет лежать на земле, пока союзник не подойдет к нему. Упавший снаряд постепенно теряет эффективность и исчезнет через 30 секунд. Занятно. Сотрясающий выстрел бьет струей сжатого воздуха по всем целям. В радиусе 8 метров наносит 155 урона. На 4-кратный оглушающий урон. И... 450 требуется единиц энергии модуля. А тут сколько единиц? 600. Запускает гранату, которая взрывается и покрывает шипами область радиусом 6 метров. Шипы наносят врагам 20 единиц урона в секунду и замедляют их. Эффект длится 110 секунд всего. Или огненный выстрел. Боеприпасы наделяются силой огня. Шанс критического попадания в дальнем бою повышается на 15% на 20 секунд. Выстрелы также накладывают эффект горения. Горящие враги получают 200 единиц урона огнем в течение 10 секунд. 1250 единиц энергии. Но пока что мне нравится вот это и вот это. Но я, наверное, возьму вот это для начала. А, это все можно будет еще и купить, да? Когда у меня не будет корня. Но за большие бабки. Хорошо, тогда берем вот эту штуку, наверное. Она просто 450 единиц энергии. Модули, я так понимаю, я почаще смогу их пользовать. Побольше, почаще, чем вот это вот разок сделал и все. Но это рассчитано против толпы. Хотя толпы тут не такие сильные. А может быть лучше гранату? Или все же вот эту хрень? Эх, а мне вообще хватит? У меня есть 1250 единиц энергии. Ладно, гулять-то гулять, хорошо.
Пусть будешь ты. Все, окей. Вот, пригодится в этом твоем пути. И передай Уолли, чтобы в следующий раз изъяснялся конкретнее. Ну что, мы закончили? Или мне опять браться за молоток? Бери за молоток. Пара вопросов Давай есть. Я сэкономлю тебе время, и ты отстанешь наконец. Давай. Жили мы, значит, вон в том здании. И вот явился один человек. Скиталец. Вот. Мы тут всем гостям прозвище даем. Ну да. Так вот, этот скиталец берет и побеждает корень. Ага. С тех пор мы живем вот здесь. Ясно. Теперь до тебя дошло? Да? Не люблю все усложнять, чтобы не объяснять лишний раз. Диабло. Ну ладно. Пока. Слушай, без обид, но я не люблю, когда меня отвлекают от дел. Понимаешь? Всегда так я же попрощался. Когда спокойно поработать не дают. Пока. Хотя знаешь... Ты вроде бы поинтереснее тех, кто обычно сюда заявляется. О-о-о. Давай договоримся. Если вдруг найдешь что-нибудь полезное, тащи сюда. Попробую модифицировать твое оружие. По рукам? Вот видишь, не так-то и сложно было. Я уже жалею, что с тобой связалась. А я уже попрощался с тобой. Рикс, Рикс. Покажи пару шрамов и давай что-нибудь сделай мне. Рад, что ты в порядке. Чем могу помочь? Еще раз спасибо за помощь. Рикс, не за что. Было время, когда нам не оставалось ничего, кроме как помогать друг другу. И мы стараемся об этом не забывать. Подруга твоя вылечится, кстати. Здесь да, блин. Такие выкарабкивались. Ну, не дави на больное. Ну, что вы там делали? Мы искали блок. Правда? Легенда и должна быть одна у всех. Что здесь живет человек, который сражается с корнем и не стареет. А, вижу, сказки про основателя Форда разошлись далеко. Предупреждаю, половина из них выдумки. Хотя и то, что осталось, уже неплохо, а? А вторая половина откровенная ложь, да? Меня к тебе отправил Брабус. А зачем это надо? Он не объяснил? Ну, просто сказал зайти к тебе и все. Ну, специальность у меня довольно узкая. Кажется, я понял. Ты меня пугаешь. В виду. Если решишь улучшить снаряжение, приходи. Я уже здесь. Улучшение снаряжения. Если вы принесете некоторым персонажам материалы, которые подобрали просто так или получили за убийство врагов, они смогут улучшить ваши предметы. Не забывайте улучшать снаряжение, чтобы давать отпор все более сильным противникам. А я уже все потратил, прикинь. Мне как раз хватает на Вранглер. Хорошо. Ну все. А можно сколько угодно улучшать, да, что ли? Ух ты. Прикольно. Это уже плюс один, потом будет плюс два. Пока. Пока. Вот нормальный человек, не то что это начала мять мозги. Так, Форд. Где ты там, сука, Форд? А какая? На мобильный пылесос, похоже. Дед, блин. Ты куда делся вообще? Так, надо по карте посмотреть, потому что мы будем тут долго его искать. Ага. Хорошо. А никого не удивляет, что это немножко не человек? Здравствуй. А что-то типа сатира. Прости, я плохо различаю лица по культам. Бедный. Что это такое? Я думал, что мы уже знакомы, но ошибся. У пакультек ни копыт, ни рогов, их трудно различать. Ох, эти пакультеки такие. Я Саис Рактхадвел. Пакультек зовут меня Двел.
Я продаю кристаллы из своего мира. Они делают Бакультек быстрее и сильнее. О, не, я против допинга. Проще побеждать врагов. Цены разумные. Ну ладно, давай взглянем. Конечно. Просто ради интереса. Разумные цены, да? Угу. Может быть, я не вижу разумных цен из-за очков, да? Ну, допустим. Но я не любитель вот этих вот примочек одноразовых. Хотя желтый фрагмент реликвии — это вроде не одноразовый. Что это вообще такое? Вы получаете желтый фрагмент реликвии, чей уровень соответствует уровню вашего персонажа. И что? Прощай. Наверное, для чего-то надо будет. Двелл будет здесь. Да-да-да. Двелл будет здесь. Хорошо. Я не заметил. А, ты тут прикрылся этим своим караваном. Так, Форд. Пора стрелять. Твоей подруге очень плохо. Она теперь умрет? Надеюсь. Остается только мечтать об этом. Форд, собака. О, кстати, мы еще и так можем. Внезапно Эспинальд. Ты теперь при оружии? Ну что, выдвигаемся? Или у тебя остались еще дела? Нет никаких дел. Да, можно идти. Слышать. Следуй за мной. Давай. Может, команду сразу подберешь мне? Чтобы уклониться атак, нажмите СПС. СПС. ПЖ. Какой красавчик ты стал. Я ее чисто из-за внешки выбрал. Да ладно, шучу. Ну да, не шучу. И опять отсылки к метро, да? Поехали, посыпались. Пахнет все так же. Угу. Так ты помылся бы. На, лови. Ручку поверни, и он включится. Метро. А выключить можно? Это был исследовательский центр. Современный. Мы здесь делали то, что никому и не снилось. Ни до, ни после. Но все наши ученые умы не понимали сути этих камней. А потом было уже поздно. Камней? Камней мира. Это огромные красные кристаллы. Окна в другие миры. И окна, и двери. Думаешь, мы их спрятали и понадеялись, что коммунисты не найдут такие же? Нет, мы должны были изучить их вдоль и поперек. Это был вопрос национальной безопасности и гордости. Ну и вот, мы открыли дверь и вошли. Молодцы. На другой стороне что-то было. Все случилось не сразу. Жители миров, где мы побывали, не могли последовать за нами. Мы думали, нам ничего не грозит. Увы, корень все заперто. Вообще-то это мой дом. Идем. Я Погоди. Я попросил Эллен кое-что припрятать на черный день. Думаю, где-то здесь все это и хранится. В общем, метро совокупилось с Дарксайдерсом. И получилось очень неплохо. Дед, я нашел. Кажись. Спичечный коробок. Эту красную штуку мы называем драконьим сердцем. Почему, не скажу. Бери, пригодится. Драконье сердце. Не, а секундочку, мне очень хочется. Что же такое вообще за... Это понятно, это они меня этим лечили. При применении восстанавливает 70 единиц здоровья в течение 5 полусекунды. А спичечный коробок, дед. Похоже, внутри что-то есть. Как будто большая тяжелая спичка или что-то другое. Секунду. Вот.
ключик от блока 13. Кажется, ему уже лет 100, а то и больше. Удивительно, что он до сих пор не сломался и не потерялся. Неужели такая маленькая безделушка и правда может открыть перед вами целый забытый мир? Блоки не были ошибкой. Ошибкой были секреты. Нет, я понимаю, почему надо было... было молчать. Уже 100 лет прошло, а некоторые секреты я до сих пор храню. Это давно вошло в привычку, и все же секреты превращаются в ложь. А ложь всегда возвращается, чтобы больно укусить. Сука, истина глаголит. А можно фонарик рассмотреть? О, прикольно. Нравится мне здешний стимпанк. Ну, хотя это не он. А с другой стороны, почему бы и нет. А, окей. Это хорошо, что я такой любопытный. А то сейчас бы вот при дедушке стыдливо ковырялся бы в этом самом коробке. Идем уже. Идем уже. Открыть дверь. Открываем. Не хочу весь день отмаяться. Найс. Это тебе не обитель зла, что там сам по себе телекинетический что ключ это? Попадает это в скважину. Камень мира. Точнее, осколок. Да ладно, Диабло все-таки так же, как и сам камень. Не зря вспоминалось мое ранее. Его, когда умер Харсгард. Что? Я уже тогда сказал Эллен, что от этой глыбы больше вреда, чем пользы. Ха, а как же? Ха, хорошо. Ну-ка, а может вот так? А с какой именно целью? Ох, да играешься ты, дед. Твою мать. Асгардцы придут и все заберут. Столько лет и столько миров. Ну и? Кто бы знал? Кто бы знал? Первым камню прикоснулся Эндрю Форд. Но вернулся ли он? Опа! Иди. Пусть Бо разнесет здесь все. Скажи ему, чтобы взял побольше взрывчатки и оставил тут одни руины. От этой глыбы больше вреда, чем пользы. Не забывай. Форд? Форд! Форд! Ну все, теперь Бо разозлится. Нет, давай прикасайся и ты тоже. Он все-таки смог. Он разбудил камень. Клементина, эй! Знаешь, что с ним делать? Я. Хочу ли я этого? Сбой системы неизбежен. Ядро скомпрометировано. Утилита необходима. Производится захват. Клементина! Помоги! Меня! Не отпускай! Ты ее! Сейчас ты! Клементина! Прощай! Черт! Не вздумай притрагиваться. Даже и не думай. Нет, нет, нет. Не надо. Даже не смей. А это же просто бред. А так все было хорошо. Коряги. Ящики с боеприпасами. Корень кровавый какой-то там. Так мы же их отстреливаем. Или это мы их отстреливаем, и из них это вываливается. Уловка коряг, но... Ну, хер знает. Стоит ли рисковать, решать тебе. А, то есть не юзать их? Ну, а как же там мы без лечилок-то будем совсем уж? Хорошо. Ну, занятное, конечно, вступление, но, как по мне, очень много лишней болтовни. Ну, то есть,
Почему лишний? Потому что они ничего такого не сказали. Вот дед что-то интересное говорил, и то. Делал скорее. Эта игра теперь доступна. Да ладно. Комплект брони старейшины. Комплект брони пустоты. Комплект брони лучезарных. Давай заценим. Что там надавали такое? О, что это такое? Эликсир побега. Расходуемый предмет. При использовании вы возвращаетесь на последнюю активируемую контрольную точку. Интересно. Комплектов надавали. Так, 12. О, 12 это хорошо уже. Вес, правда, 6. Ну, что поделаешь. 14. 15. Сразу нет. Может быть. А разница между ними? 1-1-3-0-1. Ладно. Да не надо пока осматривать мою полуденную куртку. А нет, пальто выжившего мне таки оставили. Я просто не понял, где оно. Одеяние старейшины. Одеяние сияющая броня. Броня пустоты. Ну... Так даже и не скажешь, человек ли он, в принципе, в этой броне. Ой, что-то много пафоса. А старейшина что тут такое? О, не, сразу нет. Ладно. Пока так. Ножки от комплекта, а? Это жесть! Кем мы здесь играем? Я всю ковбойскую тему стер. Читай. Блин, не нравится. А что там в этой золотистой? Сияющей. Если вот так. Эльф какой-то. Вот люди. Ну пусть будет пока сияющее, мы потом поставим что-то другое. А тебе что вообще понравилось больше? А? Перчатки как будто бы не отсюда. Ну естественно, они есть не отсюда. Вот, вот теперь полный эльф. Ганслингер вышел немножечко не таким. А ну-ка, если... Да где же мы? Хотя можно было бы... Просто жесть какая-то, что с этим кристаллом, что с Фордом. Что с Фордом, что с кристаллом. Идти дальше. Да равно. Придется, блин. Зато здесь сундуки открываются уже. Не палится, главное. Ты ранен? Факультек? На землю я Эши уже очень давно не ступал. Никто, кроме фавнов. Ты заразный? Чума забирает меня. Или она теперь часть меня? Часть корабля, я знаю. Прошло столько времени, что уже нет никакой разницы. И все же, что привело факультек на Яэшу? Да вот гуляю тут, дай, думаю, поздороваюсь. Каким могуществом надо обладать, чтобы считать путешествие в чужой мир прогулкой? О, бойся вот меня. Почему императрица боится факультек? Я Бедель из Вонтов.
Когда этот мир был молод, фавны заботились обо всем, что растет и цветет. Теперь фавны предают мир. А мир, то есть волк, предает фавнов. Я кое-кого ищу, она факультек, как и я. Тебе подобные редко ступают по этой земле. Похоже, факультек приходит только во времена больших перемен. Сначала Креллы, потом тот, кого зовут Форд. Даже наш бог, многоликий, не смог противостоять. Вашего бога убил Форд? Нет, это был не Форд. Факультек, убивший нашего бога, был назван разрушителем. Факультек Форд же известен как враг императрицы. Класс. А разрушитель — это тот, кто победил в предыдущей части, да? Ну, так просто. Ты видел Форда? Он здесь? Нет. Враг императрицы. А что стало с разрушителем? Чума знает. Чума бушует и корчится от гнева, ибо разрушитель открыл врата. Ой-ой-ой. А потом сам был уничтожен. А, дьябло. Уже в мире факультек. Увы, мне мало что известно. Хотя многое требуется узнать. Яэша хранит множество тайн. Ты что-то говорил про волка. Это правда волк или фигура речи? Разоритель. Гроза фавнов и осквернитель лани. Волк охотится на все. Бессмертный разоритель, что некогда был частью баланса, предал этот мир и присягнул на верность чуме, способный уничтожить все миры. А красную лань, ту, что так долго сдерживала разорителя, не видели уже целую эпоху. И если факультек хочет спасти свою жизнь и свой мир, придется выследить и убить разорителя. Действительно, убить бессмертного священного зверя, что может пойти не так? Много что. Разве я не ясно выразился? Это была ирония и сарказм. Зверь принял сторону врага всего живого. Зверь не одинок. Ему на верность присягнули леймеры. Когда-то леймеры служили вечной императрице. Но потом многие из них поверили лживым речам разорителя и предали фавнов. Берегись, факультек. Они не уймутся, пока жив зверь. Полубог, воины, фанатики, будет весело? Могу заверить, факультек, что весело точно не будет. Ну, не обламывай. А что у тебя на обмен? На обмен? Пожалуй. Деньги мне, разумеется, ни к чему, но факультек может оставить взамен то, что пригодится другим. Бери, что хочешь, факультек, но оставь то, что считаешь равноценным. Сейчас ко мне соберу. Это будет дань балансу и дар фавнам. У меня что-то ничего нету, получается. Увеличивает весь урон на 20%, когда у вас остается меньше 100% здоровья. Дает ускорение, когда у вас остается меньше 50% здоровья. Лучше, замечательная штука. Интересно, в какой слот оно кладется. Гниль и... Гниль не позволяет вам восстановить более 50% от максимального запаса здоровья. Уменьшает весь получаемый урон на 10%. Не равностильно. Херня какая-то. Пыль. Реликвии. Железо. Не знаю, зачем оно мне, но... подожди, я продаю, что ли? Не, продавать не надо. А. Пользуйся на здоровье. Да. И не забывай о старом Вонте. Я думал, ты уже вздыхаешь. Вонтик.
А ты, в принципе, живее всех живых. Нравится мне этот мир. Долина папоротников. Так я его назову. Такой же приветливый, но такой же смертоносный. И правда волк. С руками. И лапами. Убивает лань. И где враги? А вот они. Да. Это ты, что ли? Так, а что там за светящаяся байда-то такая? А может и правда в голову? А какое тут основное умение? На нем, что ли? Полян знаний. Очко талантов. Ну давай, давай, таланты за талантим. Чё бы нет. Давай, 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 давай. Два очка. Значит так. Дух я могу? Я могу дух катить. Я могу вкатить восстановление умений. Хм. Погоди, с духом давай восстановление умений. Хотя у меня не так много. Хм. Ладно, пусть будет. И бодрость. Ваша общая сила. На нее влияет уровень и класс оружия. А я могу это перенастроить, когда захочу? Иначе, нет? Может и нет. О, пистолетик это хорошо, но когда есть такая пушка. Наконец-то. Всем другое дело. Ну вот, начинается уже игра. Как мы лихо спускаемся, ребятки. А здесь неплохо бы уже и эфочку применить, да? Ого! Ай! Ай-яй-яй! Да что ты будешь делать, а? А самостоятельно полечиться нельзя, что ли? Ну да, я же говорю, она кооперативная. Откинулся. Как быстро ты загружаешься? Слушай, я думал, здесь будет медленнее. Ну, учитывая что. Учитывая что? Учитывая все. А сундуки я уже собрал, да? Что-то на месте умерщвления персонажа остается или нет? Ага. Но они не появляются, я насколько вижу. Ну, давай. Подходи.
Да зараза, а? Погодите, ребятки. Вы такие скорые. Давай-ка попробуем на этой здоровенной... Это мою тему на F. Ну, наконец-то. Или он больше не появится? Интересно. Ну, вообще, хотелось бы, конечно, в кооперативе погонять. А... А для этого, наверное, нужно выйти в меню и как-то что-то там изменить. Во-первых, будет бодрее, во-вторых, будет бодрее. В-третьих, будет совсем бодро. О-о-о. А я думал, что это такое. И этот дядька-то здоровый, он не всегда появляется, да? Получается так. О, это удобно. И по идее здесь уровни перестраиваются каждый раз иначе. Но не с каждой смертью героя, а с каждым входом в игру. Ни хрена себе, а я еще пожалел их. Вот это пошла. Жара. Кстати. Нет, он все-таки выбирает одного врага. Нифига себе! Это вообще заканчивается или нет? А чё, классно. О! Это же мой обидчик. А ну-ка. Сука! Надо играть в кооперативе. Хорошо, хорошо. Окей, мы тогда в следующей серии уже войдем в меню и посмотрим, что там можно наклепать, чтобы играть втроем. Чтобы иметь возможность друг друга поднимать. Вообще будет зашибись. Напиши, пожалуйста, как тебе эта игра. И вот потому что ты видишь, если есть возможность сравнить на опыте с первой частью, то напиши, чем отличается, чем не отличается. Чем похоже. Вот. Большое спасибо всем за компанию. И отдельный респект спонсором канала за поддержку меня и на Ютубе, и на Патреоне, и на Buy Me a Coffee, везде, где угодно. Большой респект. И... Бо-бой!